Приветствуем всех ценителей хорошего звука. Сегодня мы рассмотрим состав набора для сборки лампового усилителя мощности Sparta SE Premium на радиолампе КТ-88. В одном из прошлых видео мы подробно разбирали схемотехнику этого устройства. Ссылка будет доступна в описании. В отличие от других версий усилителя Sparta, у данной модели выпрямитель источника анодного питания выполнен на кинотроне 5C3S. Выходной каскад усилителя построен на радиолампе КТ-88 производства GJ Electronic. На входе стоит радиолампа 6N1 PVI старых годов выпуска, подобранная по половинам и в пару. Набор усилителя комплектуется 20-ваттными однотактными выходными трансформаторами последней модификации, обеспечивающими более высокую линейность амплитудно-частотной характеристики, в отличие от предыдущих моделей. Они собраны на магнитопроводе M6 толщиной 0,35 мм немецкого производства. Применяемый для их сборки бандаж и крепеж изготовлен только из немагнитных материалов. Сопротивление подключаемой нагрузки 4, 8, 16 Ом. В комплектацию усилителя входит дроссель анодного питания и силовой троидальный трансформатор мощностью 200 Вт. На трансформаторе имеются все необходимые обмотки для питания напряжением всех потребителей. Высоковольтное питание реализовано по однообмоточной схеме. Все моточные изделия пропитаны электротехническим лаком в вакууме. В комплекте к силовому трансформатору идет декоративный кожух со специализированным крепежом. Корпус устройства выполнен из стали толщиной 1,5 мм. Вокруг каждой радиолампы имеется ряд вентиляционных отверстий для сквозной циркуляции воздуха. В новой модификации корпуса добавлены вентиляционные отверстия по бокам. Крепление всех узлов и элементов осуществляется внутри, к монтажной панели. Она является монолитной частью конструкции. В общей сложности толщина верхней панели составляет 3,5 мм. Это позволяет практически полностью погасить все паразитные вибрации. В наборе усилителя есть задняя декоративная накладка и лицевая панель из нержавеющей стали. В качестве регулятора уровня громкости используется переменный резистор Alps старых годов выпуска японского производства. В состав набора входит весь комплект радиодеталей, крепежа, фурнитуры, а также все провода для его монтажа. Максимальная выходная мощность усилителя при нагрузке 8 Ом и коэффициенте нелинейных искажений 3% составляет 8 Вт. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением в комментарии, жмите лайк, выбирайте и собирайте.